Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 12 марта – день активный и напряженный. Центр напряжения – догматизм, центр гармонии – организованность. Овны. Сегодня вы поддержаны звездами. Вся удача зодиакального потенциала в вашем распоряжении. Творите, любите, дерзайте, а все остальное обязательно приложится. Тельцы. Продуктивный и активный день. Потребует от вас самостоятельности и энергии. Постарайтесь его не проспать. Не стоит упускать перспективные возможности. Близнецы. День преобразования и самореализации. Сконцентрируйтесь преимущественно на решении эволюционных задач. На пике потенциала интеллектуальной и духовной сферы. Раки. Кризисные процессы в сферах бизнеса и предпринимательства продолжаются, поэтому есть смысл избегать любых конфликтов и противостояния по мере возможности. Львы. Могут объявиться инвесторы либо структуры, готовые вложить в вас свой капитал. В то же время ощутима нехватка наличности для проведения текущих платежей и расчетов. Девы. Будьте готовы к расширению профессиональной деятельности. Творческое начало и позитивный настрой помогут в реализации целей и продвижению ваших планов. Весы. Занимайтесь решением текущих и насущных задач, рассчитывая при этом на свободные ресурсы, профессиональную активность, интеллект и поддержку единомышленников. Скорпионы. Непростые дни для усиления коллективной деятельности и социального роста. Причина может крыться в неумении правильно ставить цели и эффективно управлять процессом. Стрельцы. Загадывайте счастливые сны. Создавайте обереги и амулеты на здоровье, благополучие и процветание. Ставьте реальные цели, максимально направленные на самореализацию. Козероги. В вашей жизни период личного роста и сильной поддержки со стороны небесных покровителей. Протекать он будет преимущественно мягко, плавно и гармонично. Водолеи. Активизируйте вашу финансовую активность и усиливайте процесс укрепления здоровья. Стремитесь в общении с ближним окружением достигать полного взаимопонимания. Рыбы. Сбалансированный день, изобилующий преградами и течениями. Но при дисциплине и организованности высока вероятность крупного успеха на финансовом поприще.